Неотложное слушает. Матвей Терентьевич Овчинников. Овчинников. Да. Год рождения 1910. Шофер Калининского дорожного управления номер 9. Пострадал в автомобильной катастрофе. Поступил в крайне тяжелом состоянии в ночь на 15 июня. Как могло случиться? И в такой-то период. Оставалось всего 4 месяца вам до пенсии. 16 лет вы работали на этой дороге. 16 раз открывали перевал. Возили рабочих. Горючее. Тысячи раз в глаза смотрели смерти. И все время благополучно. А тут в последний раз. И произошла, понимаешь, авария. Да. Ну, будем надеяться, тебя снова, понимаешь, в строй вести, чтоб снова ездил на машине. Чтоб вместе с нами работал здесь же, на этом перевале. Вот назвали стоянка. Матвеева стоянка. И будет стоять, конечно, долго. Сколько жира здесь было, сколько техники, все угробили, все ушло вниз. Очень много техники, вон она, пожалуйста, вся внизу, кладбище целое. Как себя чувствуете, товарищ Овчинников? Чувствую хорошо. Крутил ноги, сильно крутит. Ага. Ногами двигать не можете? Нет, еще? Не могу. А чувства есть в ногах? Никакого чувства нет. Никакого чувства нет. Просто так болят и все, да. Несмотря на то, что нет чувства, да? Да. Мы проверили все ваши данные. У вас имеется перелом первого поясничного позвонка. И костными отломками сдавлен спиной мозг. Считаем, что нужно вам оперироваться. И надеемся, что после устранения сдавления спинного мозга вы должны будете встать на ноги, ходить собственными ногами. Как вы на это смотрите? Вы согласны на операцию? Согласен. Какие показатели, Виталий? Давление 110, пульс 120. Очень хорошо. Эта операция затянется. Thank you.
Скажите, доктор, вот здесь живут ребята. Как там наш Матвей Терентьевич? Операция была довольно тяжелая, серьезная. Пришлось немножко попотеть. Ну, а хоть есть какая-нибудь надежда? Учитывая имеющиеся повреждения, я думаю, что больной будет находиться на лечении длительное время. С большими усилиями только мы его сможем поставить на ноги. Да, тяжело ему. Постарайтесь, пожалуйста. Ведь человек-то очень хороший. Шофер хороший. Thank you.